Ну, снова здравствуйте, с вами все тот же Android Androidage, и сегодня у меня на обзоре красивый слэшер от компании Khan Games, который называется Codex Vivarium. В нем вы будете управлять воином, которому придется взять в руки оружие и уничтожить толпы врагов, которые встанут у него на пути. По сюжету вы последний оставшийся в живых великий страж Кодекса, который раньше владели всем миром и им поклонялись многие. Но настало те времена, когда все стражи уничтожили враги из-за жажды власти и тем самым разрушив мир. Сама игра представляет себе экшен с видом от третьего лица, в котором вы будете бегать по различным локациям и сражаться с различными монстрами. Вы будете атаковать, уворачиваться и ставить блоки. Наш герой сможет экипировать различные виды оружия и брони, которые доступны в данной игре. Помимо этого, вы сможете использовать специальные удары и скиллы, которые помогут вам победить. В общем, достаточно интересный 3D-экшен, который, думаю, сможет вас заинтересовать. А с вами был Android Androidage, всем пока!